только сказать еще, что там Голдот, это имя. Этот человек, национальный герой Афганистана, полковник, заканчивался Академию Фрунзе, командовал вот этим спецназом, черный аист пакистанским. И вот на этом переводе он был хозяином. Так что там прозвучит-то имя, не удивляйтесь, это местные ходы, труднопроизносимые, и помните их нечто. Да, много гор и высоких перевалов, среди них карабон жжет. Мадрида там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. Там пушманский отряд под командой у Голдота, а в них говорят, ДШК и минометы, только нам парванист, нам на это наплевать, ДШК афганов вашу мать. Только нам все равно, нам на это наплевать, на Шикагана вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, лезем прямо с борта, под огонь их пулеметов, вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана мать. Нас рассвет достает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем забавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с тобой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою Афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою Афгана мать.